когда мы знаем, что известный грузинский поэт Гурамишвили имел очень тесные связи с Украиной. Безусловно, антисемитизм, любой национализм от бескультурья. Это вообще признак. Да, я встречал людей с высокими степенями, с высокими профессорскими званиями, отпетых националистов. Значит, все равно, вот образованщина, как теперь принято говорить, не панацея. Я не имею в виду культуру, как дипломы университетов. Я имею в виду культуру, как, может быть, очень пожилого крестьянина в валенках, в треухе, шапке, с большим уважением, относящимся к другому народу, как персонаж моего любимого Сергея Довлатова, дядя Миша из заповедника, у которого он жил. И увидев, естественно, облик Сергея Донатовича Довлатова, происшедшего от, так сказать, армянской и еврейской крови. Облик у него был весьма своеобразный, такой двухметровый, темный, смуглый человек. Вот, у него там есть очень интересные рассуждения по этому поводу. Вот это культура. Вот для меня вот такая вот культура. Хотя, конечно, и я сторонник того, чтобы и знание проникало, чтобы молодежь узнавала другую культуру. Вы станете от этого только богаче, богаче. Один из моих любимых писателей, чукотский писатель, Юрий Редхелл. Да это Джек Лондон, наш советский, которым я просто зачитывался. Я никогда не скажу о героях анекдотов чукчев, что-то негативное по сути. А анекдоты, кстати, это признак любви. Я считаю, что признак популярности, признак своеобразия. Анекдоты – это, конечно, фольклор, безусловно. Но есть анекдоты уничижительные, а есть анекдоты смешные. Потому что только великий народ может посмеяться сам над собой. Вот, безусловно, это проблема культуры. Проблема культуры и проблема бескультурья. Как педагог не могу не сказать, что это проблема педагогическая. Безусловно. Проблема воспитания. Неформальных каких-то хороводов, конкурсов, викторин и переодеваний в костюмы народов СССР. У нас дружба народов-то цвела вот так, и вдруг весь этот СССР покрылся так называемыми горячими точками. Потому что все это было скрыто вот этим майонезом хороводов, праздников каких-то формальных. Вот. А вот эти проблемы острые, они, в общем-то, назревали. Я это чувствовал. Я много ездил по стране в те годы. Сейчас больше как-то легче за рубежом побывать, чем в той же Грузии, в той же Украине, где я когда-то бывал каждый год. Вот. Родился-то я в Петрозаводске, точнее в Хуганмяке. Это Совиная гора, по-фински в переводе означает. Вот Золотая гора из Совиной горы. А отец-то у меня киевлянин коренной. Вот кто я такой? Конечно, я вот как-то мы тут на кафедре собрались, и оказалось, что единственный местный человек – это Михаил Леонидович Гольденберг. Остальные все пришлые люди, приехавшие сюда. Карелия – очень мощный перекресток людских потоков. Если вы внимательно посмотрите на карту Карелии, то мы находимся во втором коридоре. Это три коридора между Белым морем и Онегой, между Онегой и Ладогой, между Ладогой и Балтикой. Это три таких коридора, в которые вот периодически, ну, наше Приладожье, возьмите, оттуда люди четыре раза уходили за 20 век и приходили. Сортовало родное, какие людские потоки, как туда завозили людей эшелонами просто. Я читал
документы в архиве. Вот уж где была, кстати, толерантность, потому что люди выживали, и была очень высокая культура. Культура. Все-таки был театр в этом маленьком городке. Ну, вот. Сейчас, к сожалению, там другие проблемы. Поэтому это, конечно, и проблема воспитания, безусловно. Это проблема специальных наук, этнографических, скажем, аспектов, безусловно. Надо изучать культуру, понимая, что наш русский север очень много аккумулировал в себе культуры Индии, Египта, Ирана. Да, людские потоки сюда доходили оттуда. И получали здесь весьма такое интересное своеобразие. Вот. Здесь, на русском севере, сохранились вот эти... Это русская Эллада, здесь сохранились былины. Понимаете? Вообще, человек себе должен ответить на очень многие вопросы. Очень многие вопросы. Ответить терпимо, ответить не быстро. И, конечно, я очень хорошо знаю положение в школах, что творится сейчас в школах. Вы знаете, я не побоюсь этого сказать, что там очень много латентной интолерантности, которую скрывают. Латентного национализма, вплоть до фашизма. К сожалению, это очень печально, потому что школа – это будущее этого общества. Вы понимаете, ну как-то свернули вот эту интернациональную работу, ее вроде как и нет, но не отработаны вопросы этнического, этнопедагогики, безусловно. С детского сада надо начинать. Я присутствовал в детском саду на родительском собрании, где требовали родители, работники прокуратуры и МВД убрать чеченского мальчика. И я помню позицию воспитательницы, которая, оправдываясь, говорила, что вот понаехали тут черные. Мне пришлось с ней провести беседу, выяснить, в первую очередь, есть ли у нее педагогическое образование. Оказалось, что есть. Ну и, в общем-то, вот она мне потом даже признала, что она растерялась перед этими родителями. Я ее убеждал в том, что, наверное, этому мальчику надо помочь, что 6-летний ребенок еще не может быть в чем-то виноват. А если он не говорит по-русски, если у него конфликты с детьми, значит, это наша работа. С этим, вы знаете, можно встретиться везде, где угодно. Конечно, это историческая проблема. Вы знаете, мы сейчас готовим конференцию по старообрядству. Мне попался тут указ царицы Софьи. Так, в общем-то, в отношении старообрядцев принимались такие карательные меры. Значит, тех, кто веру не сменит, сжечь. Те, кто веру сменит, убивать. Вот указ, суть, да? Вы знаете, задумаешься тут об антисемитизме, что это проблема не еврейская. Не только еврейская, я бы так сказал. Это вообще проблема нашей истории. Ведь первые погромы зафиксированы в Киевской Руси. В Киеве, на Подоле. На торжище. Иван Грозный топил евреев в Западной Двине, когда взял Изборск. Екатерина II уже толерантнее отнеслась к этому, вела вот эту знаменитую черту оседлости 13 губерний. Пусть живут там, где живут. Вот. Но я хочу сказать, что без понимания истории нельзя ответить на вопрос, который часто задают, и не только антисемиты. Ну а почему вот
Антисемитизм есть там, где есть евреи. Я должен сказать, что эта проблема и правовая. Там, где законодательно это было отработано, где отношение к пришлому человеку, к инородцу, к иноверцу законодательно было поставлено в том же, скажем, в английском билле о правах человека, да? Там эту проблему решали. Конечно, ну, не зная истории, ответить на этот вопрос нельзя. Это отношение оседлого народа с чужаками, с иноверцами. Это очень острая проблема была в истории Русской Православной Церкви. Вот я привел пример со старообрядцем. И не только, кстати, и не только. Были очень сложные отношения с поляками. Были очень сложные отношения вообще с католиками, с католической церковью. Не забывайте, что Папа Римский Иоанн Павел II объехал весь мир, кроме России. Эта проблема остается. Она становится более толерантной, но тем не менее она есть. Вот. Конечно, думаю, что это и проблема психологии. Ну, о проблеме психологии говорить долго не буду, но лучше всего по этому поводу сказал старина Уинстон Черчилль, который сказал, что он отнюдь не был не глупый парень. В Англии антисемитизма нет, он сказал. Мы, англичане, уже давно поняли, что мы не хуже евреев. Это известная фраза. Антисемитизм – это всегда комплекс неполноценности. Они лучше нас, я ненавижу их. Они богаче нас. Миф о богатстве еврейства очень искусственно раздувался. Я-то помню эти украинские местечки, где жили эти сапожники, лудильщики, мелкие коммерсанты. Да почитайте русскую литературу. Да, конечно, в этом народе есть... Может быть, какой-то ген коммерции, потому что землей не давали заниматься. И, наверное, какой-то процент среди менеджеров коммерческих, может быть, сверхменеджеров. Но это миф о богатстве еврейства. Для этого надо знать еврейскую литературу. Шалом алейхим. Прекрасные рассказы. 100 лет назад Россия была самой еврейской страной. Почти 5 миллионов. Но первая эта эмиграция началась еще до революции. Это были бедняки. Я был на острове Эллис под Нью-Йорком, где вот они проходили абсорбцию вот эту, вплоть до санитарной абсорбции. И я видел эти бараки сохраненные, где, извините, из них вытравливали вшей. И огромные фотографии, колоссальный компьютерный банк приезжавших туда. Можно найти родственников. Эти фотографии этих бедняков в основном. Это масса бедняков. Конечно, развитые страны приглашали эмигрантов. Эмигрант – это дрожжи для экономики. Он будет хорошо работать, он будет вкалывать, он должен сделать успех. Это сейчас очень важно понять нам, где сегодня в России рождаемость – это не просто демографическая проблема, это проблема будущего. И к нам приезжают порой предприимчивые. Люди, они не пьют водку так, как некоторые у нас принято, да? Они очень быстро тут поднимаются, занимают какие-то ниши, ведут здоровый образ жизни. У них много детей, у них высокая рождаемость. Это надо понимать. И единственная конкуренция должна быть в том, чтобы
сделать успех самому, начать заниматься здоровым образом жизни, может быть, даже посмотреть на какие-то примеры. Да? Я знаю, я общался много со студентами на семинарах, и иногда студенты, работая в этих коммерческих структурах, говорили мне об этом. Знаете, надо бы нам так вкалывать, как они вкалывают. Вот. Ведь придя на рынок, покупатель видит только айсберг. Там очень маленький сегмент той огромной работы, которая стоит за этим бананом, привезенным сюда. Вот. Я далек от мысли стать идеалистом, что эти проблемы скоро будут решены. Думаю, что они будут обостряться. Обостряться, потому что все эти прогнозы по тем направлениям, которые я перечислил, они, к сожалению, грозят нам, как говорится, мятежи и казни. Да? Запирайте этажи, скоро будут грабежи. При таком сохранении дела, при таком сохранении воспитательной системы, средств массовой информации, которые публикуют объявления, русская семья снимет комнату, и там кавказцев не предлагать. Ну, вообще-то, по законам правовых стран уже можно привлекать орган газеты за пропаганду национализма. Вот. Я должен сказать, что нас ожидают определенные испытания. Карелию принято называть каким-то тихим заповедником, что здесь все тихо, спокойно. Я говорил о школах. Здесь очень неспокойно. Я это утверждаю. Здесь просто нет пока прецедента, нет острого какого-то состояния, знаете, как болезнь. Ну, как молоко может убежать. Вот смотрел, все спокойно. Отвлекся на секунду, раз, и убежал. Вот национализм вот такой, как капризное молоко на плите. И я думаю, что каждый молодой человек должен себе доказать сегодня многие вещи, на какой он позиции. Или он на позиции средневековья. Знаете, поэт сказал, в каждом веке есть свое средневековье. И я думаю, что в каждом веке есть средневековые люди. Я очень люблю средневековье, но я имею в виду инквизицию, обскурантизм, вот этот вот, мракобесие. Да? Национализм – это как болезнь. Ею заболевают. И очевидно, это действительно может быть даже и медицинская проблема. Но лекарством от этого должно быть спасение человека. Извините за такую библейскую фразу, но сегодня надо спасаться. Само спасение. А спасаться можно только историей, литературой, искусством, общением с другими, взаимообогащением культур. Может быть, я идеалист, но других рецептов у меня нет. Ибо эти таблетки весьма проверены. И закончу я фразой, и все-таки я верю, что те испытания, которые нам не спошлет история, будут нами преодолены. 21 век, век гамлетовский, быть или не быть, и не только с экологической точки зрения, потому что, может быть, человечество будет воевать за газ, за нефть, и говорят даже за чистую воду, за пресную воду. Но я думаю, что быть или не быть, это со-быть или не со-бытие. Понимаете? Или человечество научится жить вместе, или оно погибнет. Потому что
Земной шар – это как арбуз. Он такой полосатый. И, в общем-то, знаете, без какой-то частички он уже не интересен, он уже не арбуз, он уже... Поэтому мы можем выживать только сообща. И мы обязаны научиться жить вместе, рядом, мирно, интересно. Интересно. Потому что миром движет интерес, как сказал известный националист Наполеон. Здоровый националист. Ну и, конечно, начинать надо со своего города, со своей улицы. Вот мы разговариваем с вами в здании 18 века, построенного Елизаветой Назаровым по проекту архитектора, по ученикам Баженова, известного русского архитектора. Здесь всегда была власть, здесь всегда были губернаторы. Гаврила Романович Державин, великий сын татарского народа, от Мурзы Багрима происшедший. А сколько губернаторов здесь было? Голландцев, Вильям Мертенс, Тимофей Ефремович фон дер Флит. Вот эта улица Карла Маркса когда-то называлась Английской. Вот этот дом, в котором останавливались два царя, Александр I и Александр II, это дом Гаскойна, Карла Гаскойна. Здесь Петрозаводский работал, лучший пушкарь Европы. Шотландец. Гаскойн. С очень французской фамилией Гаскойн. Здесь были поляки. Здесь были мусульмане, здесь были евреи, здесь были французские военнопленные. Казалось бы, так далеко от центра. И тем не менее, здесь было все. И вот начинать надо с локальной истории, с узнавания окружающего мира. И тогда мы придем к главной цели формирования личности, к самопознанию, кто я такой, в том числе и этнической идентификации, кто я такой. Нельзя говорить, мне кажется, что там я русский, я украинец, я еврей. Надо говорить так: я считаю себя русским. Это грамотнее. Я считаю себя украинцем, я считаю себя евреем, я считаю себя карелом. Это только человеку дано право считать себя. Вот в Советском Союзе беда советского паспорта, то, что он государство присваивало национальность человеку. Вот сейчас есть шанс познать самого себя. В борьбе с этими уродливыми, противными нормальному человеческому духу явлениями, как интолерантность, как национализм, ксенофобия, антисемитизм. Спасибо за внимание.